для Тьи и... Далее найду Пейдж Лоуренс и Руди Свиггерс.
Пейдж Лоуренс и Руди Свиггерс, также канадцы. Он вообще родом из Южной Африки. Из Кейптауна. Ну, какие у него там были перемещения по жизни, рассказать не возьмусь. Ей 20 лет, ему 23 года. На юниорском мире за прошлым году были четвертыми. Ну, юниорская жизнь закончилась. Немножко грустят, хотя откатались неплохо. Несмотря на забодробильную музыку. По-моему, Ван Хельсинг. Как бы ни катались канадские пары, что их все равно будет отличать от китайских, это, конечно же, наличие лица, наличие находок. Я имею в виду среднего звена пар, конечно. Когда лучшие пары соревнуются, понятно, и у тех есть все. Вот у этих канадских пар, у кого бы они ни тренировались, а эта пара, кстати, делала свою программу вместе с Бернардом Фордом как постановщик программы, ну, если верить досье. У них есть лицо, у них есть находки, оригинальные элементы, заходы. На следующих соревнованиях и через год их не спутаешь одну с другой. Но, конечно, сегодняшнее шоу полностью принадлежит той и другой канадской паре. Никто не может сравниться с ней по количеству завоеванных симпатий у публики. Видимо, действительно, что-то у той пары было такое, чего у этих очевидно не было. 105 баллов. Еще на 3 балла лучше, чем у на 2 балла лучше, чем предыдущие пары. Меган Дюгейну и Эрик Редфорд. Они сохраняют за собой место перед той другой канадской парой. Ну, в общем, немножко они между собой поменялись. В любом случае, Кирстен Муртауэрс и Дилан Москович именно претендуют.